Итак, что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Миша Лешкус, и сегодня мы поговорим на такую тему, как АИМ-карты. Я вам покажу три карты, на которых я тренируюсь, не очень-то часто, но тренируюсь. Первая карта, это у нас бот-тренинг, вот на нашей карте, у нас тут просто бегут боты, и мы от них отстреливаемся с чертом, ну или с любым другим оружием. Пока я тут отстреливаюсь, я расскажу, зачем вообще тренируюсь на АИМ и тому подобное. Просто у меня такая 730 часов и 120 или даже 200 из них я точно наиграл на АИМ-картах. Поэтому это все равно дало себе знать, и реакция уже стала намного лучше. Также пока нечего делать, например, вечером я часто, когда не хочу просто играть, я захожу на карту и тренируюсь. Вот так же можно с Сэмки тренировать зажим и тому подобное. Это все оружия, которые можно выбрать. Тут можно увеличить количество ботов или уменьшить. Это кнопка для включения ранения бота и чем-то увеличить. Слишком много их делать. Также можно нажать на минус. И половина из них исчезнет. Вот тут так много. И да, забыл сказать. Чтобы выбрать то или иное оружие, нужно прицел навестись на него и нажать на Е. Если вы просто будете стрелять по нему, то ничего не получится. Так, сейчас я отстреляюсь. Такое количество ботов ни к чему, потому что они очень быстро спавнятся. И бежат. Бегут на вас ножом. Я целиться такое количество скажем пока. Так что нажимаем и мешаем. Вообще еще один бот остался. Лучше тренироваться на количестве 5-6 ботов. Так они бегут на вас быстрее. И короче, тренируйтесь на 6 ботов. И все. Это просто пляж. И все. Вот это не с броней, то есть нужно по ней два раза попасть языком. Это не очень комфортно. Всё. Следующая карта у нас будет. Это тренинг АИМ CSGO 2. Вот она. Все про нее уже очень много слышали. И, ну и не включить ее в этот список я просто не мог. Вот мы просто тпкаемся на эту карту. Выбираем наше оружие. Я всегда люблю тренироваться на калаше. Вот, забираем наш калаш, бежим. Потом ставим характеристики, размер этой точки. 90 хватит. Потом цвет этой точки, количество выстрелов на точке выбить. Потом просто стреляем по этим точкам. И все. Ничего сложного нет. Старайтесь тратить как можно меньше пуль до подобных точек. То есть не зажимать вот так особо. Так. Все, вот мы осиляли наш 21 выстрел. Тпхаемся на последний уровень. Уже тренируемся с этой точки. Точка становится меньше, и, конечно, попасть по ней сложнее, но ты больше видишь карты и меньше. Мышку тебе придется таскать по коврику. Вот так. Итак, потом я всегда беру наш любимый дигл. Спаунс на пассивный. Ой, нет, лучше поставить точку побольше, на 16 размер примерно. И уже с этой точки тренироваться. И вот так, спокойно. Просто у нас слабочек. Так, и что ж, следующая карта у нас это будет последняя заключающая.
карты просто созданы для тренировки АВП. Карта называется Aimbots. Сейчас на нее залетим, я вам покажу, что да как на ней делается. Карта очень удобная для тренировки прицела стража на голову. То есть мы становим сюда, и ботов мы увидим только голову. Только по ней стреляем. Все. Вот тут. Нечего сказать. Можем встать сюда, можем взять любые оружия. Но это просто для ВП. Для наводки быстрой. Для зума, для фликов и тому подобное. Там можем сейчас видите вот так в три в ряд просто. Бам! И все. Итак, всем спасибо за просмотр. С вами был Дельшкус. Все ссылки на карты будут в описании. Вот пока я тут тренируюсь. Можете быстренько подписаться на этот канал. Ставить лайк или не ставить, я вас уже просить не буду. Сами решите для себя. Таков был выпуск мой. Аим-карт, на которых я сам тренируюсь. Которые мне нравятся и на которых я буду тренироваться. Всем удачи и всем пока.